По итогам прошлого года Тверская область заняла первое место среди регионов ЦФО по объему предоставленных льготных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства. Такие данные приводит корпорация МСП. С одним из предпринимателей, кто воспользовался поддержкой фонда, пообщался наш корреспондент. В прошлом году Наталья, предприниматель из Торжка, взяла льготный заем от фонда содействия предпринимательству на развитие собственного дела. Она давно хотела открыть пельменную, и вот совсем недавно ее мечта осуществилась. А мы сами с Дальнего Востока. Всегда была мечта открыть пельменную. Ну, так сложилось в моей жизни, что вот именно сейчас я это сделала. Я умею готовить хорошо пельмени, я так думаю. Поэтому я решила открыть пельменную. Но данная ниша не занята, поэтому почему бы нет? Деньги Наталья направила на покупку помещения и участка земли, проведение ремонта, покупку оборудования и посуды. Заведение открылось совсем недавно, однако посетителей уже достаточно много. В кафе готовят пельмени, вареники, хинкали и манты. Мы готовим из качественных продуктов. У нас свинина – это вырезка. Если это тесто, то это на молоке. Поэтому у нас очень хорошие продукты. Как бы я сама все это закупаю, отслеживаю, готовлю фарш, тесто, леплю тоже я сама. Мы хотим развиваться, мы хотим построить здесь беседку теплую у нас, обустроить полностью территорию вокруг и внутри нашего участка. И если получится, конечно, я думаю, что у нас получится, ну, может быть, даже и сеть сделать своих пельменных. В 2023 году региональный фонд содействия предпринимательству выдал 400 микрозаймов малому и среднему предпринимательству на общую сумму более 880 миллионов рублей. Это лучший результат в ЦФО. Как рассказывают в фонде, достичь таких показателей удалось благодаря привлекательным условиям предоставления льготных займов по государственным программам на фоне роста ключевой ставки Банка России. Займы доступны не только действующим предпринимателям, но мы оказываем поддержку начинающим, поскольку начинающему предпринимателю очень сложно на этапе реализации своего проекта найти заемное финансирование. Для таких начинающих предпринимателей у нас есть отдельный продукт, называется он «Старт». Максимальная сумма займа 2 миллиона рублей, ставка 2% годовых. Одна из наиболее популярных программ для малого и среднего бизнеса от фонда – «Приоритет». По ней предприниматели региона могут привлечь заемные средства в объеме до 5 миллионов рублей, по 4,5% годовых на срок до 3 лет. Еще одна востребованная программа поддержки – проекты туризма. Проекты туризма у нас направлены на развитие внутреннего туризма. Это создание кемпингов, глэмпингов, реконструкция действующих средств размещения. То есть займ можно потратить на реконструкцию, строительство или создание новых точек притяжения в туристической индустрии. Губернатор Игорь Руденя, выступая 11 марта на форуме муниципальных образований Тверской области, отметил, что в том числе благодаря работе предпринимателей Верхневолжья в регионе в прошлом году обеспечен высокий объем областных доходов – более 104 миллиардов рублей.